Привет! Вот, получил долгожданную посылочку AliExpress. Ручка с исчезающими чернилами. Такая хорошая игрушка для детей. Сейчас посмотрим, что там. Как всегда, они запечатали капитану. Без ножек не обойтись. Ждал, по-моему, где-то примерно месяц. Стоит она 100 с чем-то рублей. Точно не помню, я уже забыл цену. О, какая прорезинованная ручка, такой корпус. Фу, воняет. Ужас воняет. В руках держать приятно. Болтается-то. Ну вот. Паста такая. А что мы? Странно. За эту пасту в корпусе платить 100 с чем-то рублей. А. Так они пружинку сюда просто не поставили. Здесь пружинка должна быть. А ее нету. Вот стержень не болтается. Ну, китаёзы, я. Ладно, так. Снимает. Сейчас я вот и напишу что-нибудь. Ага. С таким средним нажимом написал я. Пишет как гелевая ручка, так легко. Ладно, я сюда пружинку вставлю потом. А, вот, написал. Так. Ага. И через сколько? Ну, через 10 минут еще раз посмотрим, что произойдет. Так, вот прошло 10 минут. Надпись изменилась. Я не знаю, как камера настроится, нет. Примерно где-то наполовину чернила испарились. Ладно, сейчас подождем еще минут 10. Так, прошло вот еще 10 минут. В общей сложности 20 минут. Надпись исчезла. Ну, не совсем. В смысле, еще исчезла. Эта ручка, ужас, воняет. Когда в руках подержишь, потом пальцы воняют этим фенолом, или не знаю, я собираюсь выкинуть этот корпус вообще. Даже глаза режет. Так, еще ждем 10 минут. Так, прошло 20 минут. Не стал я мелочиться. В общей сложности прошло 2 часа 50 минут. Вот она. Но если не приглядываться, ее не видать. И думаю, что
постепенно она так полностью пропадет. Да. Писал без нажима. Ну почему некоторые говорят, что пропадает через 40 минут? Вот у меня прошло почти 3 часа. И то не полностью пропал. Может, потому что паста свежая. В смысле, писать только начал. Ладно. Хватит с этой китаёзовской ручкой заниматься. Все.